регулярного чемпионата сезона КХЛ 2020-2021 Тулуни Ред Стар и Динамо Москва. Китайская российская команда. Можно вспомнить последние игры команды Кунлунь, но пока давайте посмотрим за моментом. Шикарным счетом 1-0. Блестящая работа Ивана Игумнова. И он расправился с Дмитрием Шикиным. Динамовцы выходят вперед в первом периоде 1-0. Удалось хаку первому звену. Динамовцы являются одним из главных претендентов на успех в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге. Пока атака команды Кунлунь, опаснейшая атака, и Шеба влетает в ворота. Вот так вот, 1-1 счет становится. И Глеб Шашков додавил, дожал, не сумел Бочаров справиться в этом моменте. И вот она, радость поклонников команды Кунлунь. Никого не наказывать, и пока без нарушений численного состава, но, безусловно, если удаления будут, об этом мы тоже поговорим. А пока хороший момент, и мог забрасывать уже Владимир. Но Шикин успел сместиться и в этом моменте сыграл. Как же здорово, элегантно действовал Шипачев. И умница Вадим сделал передачу на партнера. Завершал Кагарлицкий, но Шикин справился. Продолжает активность Яшкин. Вновь ударное звено в деле. И феноменально крутанулся Шикин и сумел потащить этот момент. Блестящая игра Дмитрия. Ну и здесь очень хорошая возможность очередная была у Яшкина забросить. Ну и до того, конечно, от динамовцев легко и просто вскрывать оборону Кунлунь. Яшкин. Ну и без него есть кому забросить. Отличный момент. И счет становится 2-1 в пользу Динамо. Кулемин отдал. И Кучеревенко забросил шайбу. Блестящая работа. И динамовцы выходят вперед. 2-1. Ну и что немаловажно, когда не удается добиться результата, если первого, второго, третье, четвертое всегда приходит на помощь. Это здорово. Момент у Динамо. И каким образом шайба не попадает в ворота. Тарасов не забросил. Ну и как же шикарно в итоге Шикин сыграл. Он уже был без клюшки и сумел потащить этот бросок. Шайба пересекла линию ворот. Это гол. Протащить Брюквин шайбу. Не получилось ему это сделать. А вот момент, который удалось создать китайской команде. Эрик мог отличиться. 6 очков у преследователя из Салават Юлаева. Тему Хартиканина было на 2 меньше. Момент опасный. Шайба влетает в сетку. Да, Чайковский забрасывает. Сейчас тоже ситуация была достаточно пограничная, но судьи сразу же разобрались, что шайба побывала в воротах команды Кунлунь. 4-1, и вот он, гол, который становится 12-тысячной шайбой команды Динамо. 12 тысяч позиций среди всех хоккеистов лиги у него. Вот теперь получается 12 шайб и 27 очков. Так что хорошие показатели. Еще один момент, и шайба влетает в сетку. Это Дмитрий Яшкин. Все-таки он забрасывает 38-ю. И он рекордсмен Динамо по заброшенным шайбам за сезон. Конечно же, трибуны ликуют. Не получилось у любимцев. Для вас эту встречу комментировал я, Дмитрий Лосев. До новых встреч, друзья. Пока-пока. До новых встреч.